Конфликт, в эпицентре которого оказались катакомбы в Нерубайске. Местные жители и депутаты обвиняют предпринимателя в незаконном захвате территории. Сегодня в музей-галерею прибыли активисты, и они разрушили, по их словам, незаконную стену. Мы хотим восстановить то, что, в общем-то, было здесь, в музее. Мне кажется, что такого быть не может в нормальном государстве, когда человек, неважно, кто ты, депутат, местный или предприниматель, решил себе из достопримечательности Одессы сделать себе кусочек, отгородить стеной и сделать себе маленький там сауну или ресторан, что он там решил сделать. На место приехала и полиция, сотрудники которой от комментариев отказались. Самого же предпринимателя обвиняют в том, что в катакомбах он якобы хочет построить баню. Мужчина опровергает эту информацию. Он заявляет, что провел только укрепительные работы и построил стену на своей территории. Мы сделали эту стену в целях укрепления своей территории, потому что у нас просаживался грунт. Вот вы видите эту стену, которую мы как бы забетонировали. И забетонировали то место, там, где была труба гнилая, там тоже просаживался грунт, вот он находится за вами. Кажуть, вы тут хочете сделать сауну, а где? Где здесь? Ну, здесь на 30 квадратах? Стена со стороны предпринимателя оказалась целая. Площадь данной территории всего несколько десятков квадратных метров. Развернуть масштабное строительство на столь скромном участке весьма проблематично. Кто же возвел стену на территории самого музея, вопрос пока остается открытым.